физическая активность ежедневно, сбалансированное регулярное питание и 400 грамм клетчатки каждый день. Вот секрет нормальной работы желудочно-кишечного тракта и нормализации веса, говорят врачи. Но это для здоровых людей. Если же у человека есть заболевание, врачи помогут подобрать препараты для коррекции здоровья ЖКТ. Двигательная активность помогает наладить метаболизм, обмен веществ. Регулярная физическая активность, либо по часу два раза в неделю монотонная, без перерывов, в любом комфортном темпе для пациента, или 150 минут в неделю, например, 20-30 минут ежедневной физической активности, нормализует скорость метаболизма, за счет этого не накапливаются адипоцитики, во-вторых, уходит вот эта жировая часть абдоминальная, которая является нашим эндокринным органом и потенциально усиливает эту самую инсулинорезистентность и повышает риск сахарного диабета, за счет этого как раз нормализуются все вот эти обменные процессы. Здоровый человек может выбрать себе физическую нагрузку по силам и возрасту. Это могут быть занятия в зале, северная ходьба и лыжи зимой, плавание, йога, что вам нравится. Физическая активность – это всегда улучшение работы кишечника, да, улучшение перистальтики. А опорожнение кишечника регулярное тоже связано, как бы удивительно не было, с печенью, потому что у нас есть понятие циркуляции вот этих всех токсинов, которые остаются в кишечнике, если он не опорожняется, они прямиком идут в печень и тоже потенциально усиливают риск развития вот этого ожирения.